Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грэм сообщил о передаче Украине противотанковых ракет AGM-114 Hellfire с лазерным наведением, стоящих на вооружении норвежской армии. В пакет поставок входит 160 ракет, оборудование для пуска и системы управления огнем. По словам Бьорна Грэма, украинские бойцы уже прошли соответствующее обучение. Эти ракеты уже адаптированы для запуска с земли, потому что Hellfire входит в комплект легкого берегового ракетного комплекса. Фактически он аналогичный комплексу RBS-17, который уже передала Швеция. Дальность действия Hellfire при пуске с земли составляет 11 километров, а для наведения используется лазерная подсветка целей. Штатно для этого используется наземный подсветчик, но при правильной организации, возможно использовать и подсветку целей из дрона. Учитывая имеющуюся потребность ВСУ, то скорее всего, эти Hellfire будут использоваться все же не в качестве противокорабельных ракет, а для поражения наземных объектов. Стоит отметить, что Норвегия выводит эти комплексы из эксплуатации, поэтому речь идет о достаточно весомом количестве ракет, которые есть в распоряжении норвежской армии, которые будут переданы ВСУ в будущем. Также отметим, что по словам министра обороны этой скандинавской страны, Осло уже планирует в перспективе перейти от поставок Украине имеющегося вооружения к производству нового. Спасибо за просмотр. Слава Украине!